Всем большой привет! Я в ванной комнате, поэтому может быть слышно эхо. Для тех, кто не любит разговорные видео, сегодня будет видео покупки из Италии. То, что я купила себе из Италии. Хочу сразу сказать, я покупала только самое желанное, самое красивое для меня, так как я пытаюсь перейти на осознанное потребление. И давайте начнем с аромата. My Burberry. Надеюсь, что произношу правильно. У меня в плейлисте «Моя коллекция» уже есть описание одного аромата из этой марки, и я их обожаю. И вот такой небольшой кубик аромата Black. Очень понравился мне аромат. Мне нравится их лаконичная упаковка. Пробка, сделанная как пуговка от тренча. И запах. Я не смотрела пирамидку. Не успела еще. Но он такой шикарный, девчонки. Он интеллигентный. Он завораживающий. Он обволакивающий. Он теплый. Он... просто бесподобный. Я не буду сегодня его описывать. Если хотите описание ароматов, то обязательно напишите мне в комментариях. Ну, я взяла себе вот сколько, 30 мл. И просто в восторге. Вот уже сколько использовала. И также мы в этот раз делали очень много покупок. Намного больше, чем мне, моему мужу, из одежды. Купили ему аромат индиго. Тоже очень классная упаковка, стильная, лаконичная, кусочек тренча, пуговка от тренча. И он уже более свежий, я скажу, более мокрый. Дождь, Лондон, очень элегантный. Опрятный мужчина. В общем, он не сильно легкий, не тяжелый, просто шикарный. Думаю, может подойти очень многим мужчинам. Если кто любит описание ароматов, погуглите, посмотрите. Ну, на подарок, кто ищет мужчине, это просто шикарный аромат. Так, будет видно или нет фокус? Я нашла кольцо своей мечты. Ну, конечно, утрирую. В общем, захотелось мне очень сильно... большое объемное кольцо. И, конечно же, украшения, бижутерия в Италии — это что-то с чем-то. И вот в Венеции я нашла себе кольцо. Это серебро, настоящая жемчужина. И посмотрите, как она сделана, как такая раковина. Сейчас я попробую его. Вот так она смотрится. То есть его нужно употреблять, хотела сказать. Оно нужно для того, чтобы сделать акцент. Оно одно и больше, в принципе, ничего. Очень красивый дизайн. На него обращают внимание. Смотрите, как оно сделано внутри. Конечно, для тех, кто не любит такие широкие кольца, оно не подойдет, но мне оно очень сильно понравилось. И я довольна своей находкой. Вот такое дизайнерское кольцо итальянское. И также мне был сделан подарок, еще вот такое колечко с подвесочками. Одна итальянская знакомая. И оно тоже очень стильное. Это серебро. По-моему, камушки... как они называют? Циркони, да? Если неправильно говорю по-русски, исправьте. И здесь вот такой глаз, мудрость и любовь в сердце. Такое колечко. Его можно комбинировать с другими кольцами. Оно очень стильно, минималистично. И в то же время очень красиво смотрится. Кто смотрит все мои влоги, то знает, что мы зашли в Венеции
в магазин, и я получила в подарок вот такой платок от марки Люджио Милана. Правильно произношу? Вот такая красота. Вот сейчас я вам покажу. Мне хотелось платок вот именно на черном таком фоне. И как раз с моими тренчами и с бежевым, и с черным он будет смотреться просто шикарно. Сейчас я вам его покажу поближе. Ищу, где бы свет падал получше. И вот такой он красивый. По крайней мере, мне он очень понравился. Я думаю, что он мне будет служить и в мир, и в пир. Такую расцветку я очень-очень люблю. Будет воспоминание духи. Это вот именно аромат этого лета. Необычного лета, да? И также аксессуары – это напоминание о тех счастливых минутах, которые мы провели в отпуске. Вот такой платок. И также вот такой палантин итальянский, потому что не платок, он как такой широкий-широкий шарф сделан. Очень также подходит к моему тренчу. Я его покупала к бежевому или к красному, бордовому у меня есть. И кто смотрит мои видео, то видел его у меня на голове, как чему я его завязывала, потому что мне нужен вот именно широкий, длинный такой платок. Хорошее у него качество и очень приятная расцветка. Я люблю такие цвета осенние, цвета осени. Девчонки, вот эту сумку, сетку я вам уже показывала. Вот с таким мешочком на кнопках. Покупала ее в Монако. И она очень классно смотрится, стильно. Я вам уже ее показывала, кто смотрит мои влоги. Вот этот мешочек, его можно отстегивать, просто будет сетка. Можно носить. Так. И такой кожаный ремешок. Вроде ничего необычного, но вот эта вязка, как ручная, она так классно и стильно смотрится. И я люблю такие незамысловатые сумки. Очень они мне нравятся. Вот так это смотрится. За покупками, на почту. В общем, ну, люблю я такой стиль расслабленный. Оцените. Ну и более такая, как не классическая сумка-сумка. Это сумка ТОЦ, кожаная. Мне хотелось вот именно в таком цвете. Это такая классическая форма. Здесь очень интересная застежка. Одной рукой я, наверное, ее не открою. А вот здесь так нажимается, и кольцо это открывается. Карманчик. Все как надо. Вот такая сумочка. Достаточно плотная, жесткая кожа. Но думаю, на холодный период она мне хорошо послужит. Так смотрится она. Внутри у нее что есть? Карман. Несколько карманов. Не видно, отсвечивает такой большой карман. Много замков. Это меня и соблазнило. Сейчас все эти гели, маски и так далее. Всякие разные причиндалы. В общем, неплохая сумка. Одежду и обувь я вам, наверное, покажу в другом видео. Потому что нужно все это доставать.
Если хотите, напишите. А вот сейчас покажу кое-что, ну, из посуды, наверное. Вот такую чашечку я ее забрала. Это такая винтажная чаша. Я пока приспособила ее под фрукты. Можно и под украшение, под что-то. Она пожившая уже. Но мне понравилась форма. Мне вот здесь еще какой-то скотч нужно убрать. Вот. В общем, неплохая вещь. Она красиво смотрится в интерьере. Пусть будет. Вот эти фужеры под шампанское я вам показывала в Италии. Забрала я их сюда. Очень удачная находка. Это хрусталь. И мне понравилась форма, как они играют. Какие они по размеру. В общем, вот они. 6 штук. Будут теперь жить они у нас. Нужно найти место в шкафчиках, потому что места катастрофически не хватает. Там у меня загружается видео для вас. Я хочу вам показать вот такие два подсвечника. Это стекло Мурано и серебро 925-я проба. Такие подсвечники я нашла в Венеции и не могла просто-напросто устоять. Форма, посмотрите, какая у них красивая форма. Муранское стекло обожаю, но очень часто оно яркое. А мне хотелось чего-то такого нейтрального, чтобы это просто-напросто вот подходило к моему интерьеру. В общем, один он вот такой. И вторая форма тоже очень красивая. Смотрите, здесь как чаша. Такая, такой резьба, стекло красиво очень сделано. Вот. И здесь также это серебро 925-я проба. В общем, две такие, так не разбить бы, красотульки у меня появились. Я думаю, что они очень красиво будут. Можно ими, как это сказать, накрывать на стол. Очень будет красивый стол с этими подсвечниками. Также просто романтический какой-то вечерок создать. Свечи нужно найти, которые подходят по диаметру и вообще по фактуре, потому что это очень важно. Одно дело красивые подсвечники, другое дело найти свечу, которая будет красиво сочетаться. Так что, наверное, из посуды это все. Давайте, наверное, для любителей винтажных вещей, так как у меня все еще не дошли руки открыть канал винтажный, я покажу, что нашла две брошки от Dolce & Gabbana. Gabbana, как произнести правильно. В общем, вот здесь стоит маркировка. Они в отличном состоянии. Посмотрите, какие шикарные здесь кристаллы. Цветок, что это, лилия, не лилия. А кристаллы, они такие серебряного, белого цвета, бордовые и зеленые. И брошь сделана как 3D. Видите, такая емкость есть у нее. Вот такая шикарная вещь. Очень довольна этой находкой. И вторая брошечка. Где она? Сейчас я, девчонки, вам открою коробочку и покажу. Не менее шикарная, даже не знаю, какая из них мне нравится больше. Камера не передает их красоту, тем более я не включаю лампу, нет света. Ну, это тоже очень шикарная. У нее есть маркировка от Dolce. Она более легкая, более ажурная. И у нее такие красивые камни, кристаллы. То есть цвет просто шикарный. Такой цветок. Так что скоро появится в моем винтажном магазинчике. Кто еще не знает, на Инстаграме у меня есть винтажный магазин. Винтаж by Светлана. Ссылка всегда в инфобоксе. В идеальном состоянии брошка.
Так что заходите. Ну вот, мои хорошие, пока аксессуары и посуда, если еще что-то вспомню, найду, обязательно вам покажу. А одежду и обувь немного, но самое красивое, самое любимое, напишите, обязательно сделаю такое видео. Вот, всем пока-пока и до встречи на канале. Ваша Светлана Франция.